всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Танчик, Стаканчик, Фантом, Фликс, как всегда, отличное настроение, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Сегодня мы играем на карте Балди, очень классный режим под названием Headcrab убивает нас. Я не знаю, как это за ролик, но пусть будет так. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а Стаканчик взял быстрого Headcrab'а или какого-то там и пытается нас убить. И кто проигрывает, тоже берет Headcrab'а и мочит других. Погнали, пацаны, разбегайтесь по карте. И через 10 секунд Стаканчик может выступать. Оружие использовать нельзя. Чисто выживалочка у нас. Вы готовы? Готовы. Погнали. Стаканчик, покажи, на что ты способен. Просто прыгаешь на человека, и отнимаются у него жизни. О, я вижу, идет уже. Я уже наученный от хедкрабов, так что ты меня не поймаешь никогда в жизни. Я очень быстрый. Это невозможно. Поскакал. Куда он поскакал? Ребята, ставьте лайкосик. Подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Мы стараемся поднять вам настроение и всякое такое. Слышите этот звук? Где-то он трещит. Пацаны новенькие с нами записывают. Я вижу, они стесняются, молчат. Так бывает. Правильно? Правильно. Не ссы, я так 100 раз делал. Я, наверное, за свою жизнь записал, так как я удалил очень много роликов старых на канале. Около 2000 роликов. 2000, представляете? Эй, я на тебя наступил, а ты меня не убил. Ой. Тяжело, да, за хедкраба поймать? Но если приловчиться, то можно. Просто надо быть очень опытным. Очень. Ну это, да? Подожди, я вспомнил, мне кое-куда надо. У меня... Ты меня по плечу ударил. Новому. Эй, отвали. Отвали, отойди, отойди, отойди. Он меня хочет убить. Если он меня сейчас коснется, я умру. У меня 40 хп. Быстрее валите, пацаны. Так, я сюда зайду в класс. Так, это у нас перекресток. Надо быть внимательным. Он может выскочить откуда угодно. Вы его видите? Я его не вижу. Он специально притаился, хочет, короче, западню нам сделать. Смотрите наверх, он может на шкафчик запрыгнуть. Из шкафа на бошку. И ты уже становишься зомби. Зря ты стоишь в тупике, он может на тебя напрыгнуть, и ты умрешь. В тупике не стой. Надо бегать в открытом пространстве. Тогда точно не сможет замочить. Я буду, короче, переворачивать здесь, это, со зла, эти лавочки. Я в столовой, давай, иди сюда. Стакан. Чик. Все переверну. Псих пришел. Крушитель. О, у меня жизни тратится от лавочек. 20 хп осталось. Я сюда зайду. О, я буду отсюда чекать. Давай, иди ко мне. Давай, давай, давай. И закрывай двери потом за собой сразу. Давай, давай. Все сюда, пацаны. О, мы сейчас тут будем выживать. Куда это вместе делать? Сможет попасть или нет по кому-то? Так, давай. О, иди к нам, иди к нам. А, сзади хедкраб. Закрывай двери сразу. Так, все, ждем. Ждем. Я надеюсь, он не сможет нас убить. Наш. Четверо против одного. А не, пятеро. Еще один где-то бегает. Пацаны, боитесь хедкраба? Я нет. Кстати, можно нажимать Е и открывать двери. Я знаю, это можно. Давай, я в тебя верю. Зря ты пошел, он тебя с одного раза... Если в голову попадет, то умрешь с одного раза. И... А, ты, кстати, прилипнешь на бошку, и он будет хедкрабом. Так, пацаны. Этот вообще челик завис. Нет. Боишься, да, его? Я тоже. Я могу гранату в окно кинуть? Ой. Чё-то не получилось. О, теперь могу. Пацаны, давайте все сюда, быстрее, быстрее, быстрее. Та-та, тапочка придавили. Его по жопе бьет, то что... Вы его подписали, дверь закрыли. Эй, быстрый зомби, не бей нас. Смотрите, быстрый зомби со скином железного человека. Да ты не попадешь по мне, я очень такой наигранный, это невозможно. Да. Да. Прыгай, прыгай. Ого, что ты им делаешь? По стенам лазишь? Ого, ты псих. Давай, вместе будем прыгать. Пацаны, давайте, он не сможет попасть. Эй, ты сейчас попадешь еще вдруг.
Пацаны, я вспомнил, мне кое-куда надо. Я валю. Быстрее, быстрее, быстрее. Вспоминайте, пацаны, может у вас какие-то важные дела. Он дамажит с одного раза вроде бы. Ну, у меня точно 20 хп, он меня вынесет. Так, я его слышу, он где-то крякает. Побежал за пацанами, я видел. Так, а мне интересно, видно меня или нет? О, привет. Не видно, что ли, не понимаю. Вот побежал зомби. Ты чё там бегаешь, пацанов моих бьёшь? Ой, отсюда увижу пацанов? Нет, не видно. Или никого нету там? А здесь видно? Прикол. О, тут есть место, где видно кусок карты. Так, 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 сейчас мы его найдем. Эй, не убивай их, мы добрые. Вот он. Эй, дверь закрыта на обслуживание, уйди. Ладно, ладно, сейчас открою. Зайдешь. Ой, не ту кнопку нажал. Да блин, я не ту кнопку случайно нажал. Ну ладно, я сам бокопор. Сейчас скажу, накосяч, так бывает. Случайно запереживал и нажал кнопку какую-то там. Fast Head Crab, мой любимчик. Теперь я буду помогать ему. Мы вдвоем убийцы, а ну-ка идите сюда, подлецы. Кто из вас тут самый модный? Эй, иди сюда, я тебя сейчас убью. Сколько у тебя жизни осталось? 40 хп, да, 60 хп выносит каткраб. Эй, блин, я что-то на тебя не прыгнул, зомби. Ты же своего не бей. Мочи его, мочи. Блин, на своего бью. Так, разделяемся. Давай, ты в эту сторону, я в ту. Погнали. Вот они, в угол зажимай. В угол мы сейчас тебя зажмем с двух сторон, и ты проиграешь. Еще никто не выживал. Эх, блин, я не заметил тебя. Блин, они бегают случайно по карте рандомно. Ах ты жопа, вылазь. Ты как туда залезла? О, я с тобой сижу. Что это было? Вылазь, ты там сидишь. Я вижу твою жопу жирную. Привет. Эй, ты куда делся? Вон он. Убил, красава. Ой. Берите, пацаны, опять хэдкрабов и погнали. Так, вы что тут эти пораставляли кабаки всякие? Так, сколько у нас? 3 на 3, да, пацаны? Или 4 на 2? Мочите его, мочите, мочите. Так, где-то тут еще один челик по-любому бегает и ныкается. Так, слышу, лапками кто-то шумит. Слышь, выходи, подлый трус. Нема никого. А кто там бежит? А, вот он! На дурачка, а вдруг получится попасть? А, эй! Боль на башке моей! Так, погнали еще раз. Давайте я все-таки быстро возьмем. Он поярче. Калитку открывать умеет. Очень умный. Че, дрессированные их от крабы? Пацаны, давайте. Перепрыгивай меня. Точно, дрессированный их от краб. Эй, слышишь, табуретка, я отвали. О, а еще вот я вижу этого челика, давай догоняй. А то почему-то мы бегаем, бегаем и никого не находим. Кто же вы? Давайте перекличку сделаем. Я. Фантом. И Димон. Убавайте хоть кого-то. Я тут буду ждать, только на бошку мне не прыгай. Привет, как дела? Нормально. Ждем этих челиков. Где-то ж лазят. О, еще один. Давайте. Ручные их от крабы. А, получается, да, еще двое. Пацаны, выходите, подлые трусы. Надо идти вот так с толпой в стеночку, чтобы они не могли обойти нас.
Давай сюда. Никого нету. Где-то заныкались в классе и сидят на крысу. Никого. Это чтобы один на шухаре стоял, а когда кто заходит в класс, один на входе стоит, чтобы не выбежал. Видите? Вижу, 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 вижу. Вот он, вот он, вот он. Давайте, все за ним. Жлоб вонючий, иди сюда. Нет. Все за ним. Убили? Есть, Димона убили. Так, кто еще остался Димой? Живой. Фантом, ты чё мочишь? Какой у тебя скин? Я Among Us. Так, ищем Among Us-овца. Разделяемся, нас очень много. Теперь нас 5 против 1. Это очень жестко, я вам скажу. Тут видите? Не видите. Тут видите? Я ничего не вижу. Ты на крысу, что ли, сидишь где-то? Нет, они бегут уже. Хедкраб очень сильный. Башкой толкает автоматы. Не, я не могу его найти. Он где-то на крысу сидит. Я тут по школе по всей бегаю. Так, знаете, что мы сейчас сделаем? Я тебя нашел, Димас, я тебя сзади. Вот он, вот он. Давайте, все за ним. Все бегут. Извини, обстоятельства. Надо проверять, он мог побежать и сюда, он не обязательно туда ему бежать. Слышь, я тебя так хочу убить. А ты не идешь к нам. Хедкрабы очень злые стали. А, вижу, вижу его, пацаны. На-на, не сюда. Сюда, 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 я его сейчас найду. И направо. Слышь, выходи, подлый трус. Я потом маршруту бегаю. Нету, не на улице, он бегает в помещении, я его видел только что морду. Я его вижу? Не вижу. Есть. Убили? Да, а ты говорил, нельзя убить. Всех можно убить. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!